блогерами был скандал раздут, потому что блогеры живут скандалами, и странно было бы, чтобы он не был ими раздут. Ну, просто мне непонятно смысл универсиады. Если это состязание студентов, западные страны прислали именно студентов, тогда это одно дело. Если это профессиональное желание доказать, что мы круче всех, то тогда лучше бы доказать не на универсиаде, а на Олимпиаде или на чемпионате мира с профессиональными спортсменами. А так, понимаете ли, выставить профессионалов против студентов, которые большую часть своего времени отдают учебе, а в свободное от учебы время занимаются спортом, мне кажется, несколько странно. В итоге результат, как всегда, определяется одним словом – перестарались.